вот еще один ракурс. Просто интересно. Я действительно давно не был на этой площади. И мне очень даже интересно, несмотря на то, что спешу на пресс-конференцию. По поводу подписания контракта на матч за звание чемпиона мира между Анандом и Гельфандом. Все-таки остановился здесь, чтобы посмотреть. Ну, церковь отремонтирована, это точно. И выглядит хорошо. Но вот как-то вот с этими, извиняюсь за выражение, дьявольскими сооружениями. И причем черного цвета, коричневого. Может быть, это специально так придумали, чтобы оттенить светлое от не совсем светлого. На мой взгляд, это апокалиптическая панорама. Но, может быть, я и не прав.